Работы прорваны. Пока кто делает, уже костер догоняет. Опять надо. Типа, у меня все на готове здесь. Так что я успеваю везде и всюду. Вот так что надо. Сейчас запарю. Заварим. Сварим. О. О. Вот так у меня времени нету никогда. Времени. Обрез. Так. Так. Где крышка-то? Вот. Так, туда. Это вам не космический аппарат, который летает в космосе. Там. Это у меня посложнее космического аппарата, вот это, что вот здесь находится, да, намного раз сложнее. Что там аппарат этот космический? Вот у меня вот действительно это, да чудо это, да, вообще, это природное чудо. А то это там железяка летает, только это уже. Планету обосрали, все, сейчас космос уже весь обсирает, на. Все только там не делается, на. Вот такая система, на. А у меня, наоборот, я лес чищу, хворост собираю, лес чищу, у меня птички кормлю и так далее, и тому подобное. Зимой вот сейчас кормушки им понаделаю, птичкам они будут у меня, голодные птички у меня не будут здесь. И вообще мне, когда птичка клюет что-нибудь, интересно на нее смотреть. Вот, картошку выкидывают, все выкидывают, сколько чистит, доедает. Так что, я же как от народа все берут. Ну я, между прочим, вот если в жизни я за свою жизнь один построил пятиэтажный дом. Вот если все мое строительство собрать, что я построил, вот это я один пятиэтажный дом построил, а потом километр сараев построил, километр, вместе с живностью, с петухами, с коровами, там, так далее и тому подобное, потому что я и свиней выращивал, я за свою жизнь вырастил свиней 300 штук, вот, один вырастил, на 300 штук. Не считая там коров, всяких кур и так далее, гусей и так далее и тому подобное. Вот. Бань построил сколько? Бань. Да все я вот это строил. Коттеджи строил, дачи строил. Да чего только я. Короче, за свою жизнь я дофига чего построил. Да и строил не так, как другие там строят. Тяп-ля. Я качественно все делал. Качественно. Самое главное. Вот кирпич, вот я любитель кирпич класть, вот этот всегда кирпич, его определенно надо мочить, не так, если ты его перемочишь, этот кирпич, перемочишь в воде, он крепко держаться не будет, его определенно надо мочить, вот так макнул и ложишь все, чтобы он много не впитывал воду, вот, а потом, когда этот кирпич ложишь на раствор, он схватится, монолит становится, ты уже не оторвешь его, этот кирпич, вот так надо ложить, а вы думаете, так, о, перемоченный кирпич, все, ты хоть какой раствор делай, он не прилипнет, он отвалит этот кирпич. А надо знать тоже вот это. Так же и плитку ложить надо, все надо. А у нас же за счет наживы кладут быстрее денежку заработать. А у меня нет, у меня все качественно, чтобы она держалась 30, 100 лет держалась. Вот так надо делать, надо. А не так просто на этом мире. Все качественно надо делать. Вот кто качественно делает, вот, и оно прям. А кто хочет нажиться и быстрее все разваливается, и все вон. Ай, там вообще он еще больше потеряет. Говорят, жадность фраера губит и так далее. И, в общем, надо все аккуратненько делать. Не спеша, аккуратненько, качественно все делать.
И спешительно. Поспешишь, говоришь, людей насмешишь. Вот так-то надо. Спешить никогда. Вот. И все это надо обдуманно делать. Чертежи сделай, все сделай, обдумай все это. Как, что, как. И надо делать так, чтобы оно вот всем нравилось. Не только тебе нравилось, а чтоб всей массе нравилось. А что ты как для себя, чтоб красоту, это не надо так делать. Надо, чтоб всем нравилось. Вот так надо делать. И чтоб уютно было, и хорошо, и вообще вот так надо работать. Ну, и все, и тогда нормально будет. А сейчас я просто решил дикарем отдохнуть, просто от всех дел, от людских и так далее, и тому подобное. Просто отдохнуть на природе по старости лет. Просто отдохнуть. От природы тишину набраться, потому что когда ты на природе живешь, оно лучше. Никто на тебя не орет, никто над тобой не командует, никто приказы тебе не дает. Ты сам по себе здесь на природе. Вот этот сам. Я вот эту старость на природе и проживу. А вы там мутитесь. А я как в раю.